Смотрите, верить Каину и Авелю было достаточно просто, потому что вот был папа, вот была мама. У них не было интернета, который бы говорил им об атеизме или каких-то таких непонятных вещах. У них не было греческого мышления, они не были знакомы с философией, которая испортила очень многие хорошие верования. Ну вот как бы вы, представьте, что вы живете в забитом селе каком-то. У вас есть папа и мама, и ты, и твой брат. Во что ты будешь верить? Ты будешь верить в то, что они будут тебе рассказывать. И их вера, она тоже была искренней. Они встречались с Господом, они видели его. И они говорили, вот видишь этот мир. Мы когда-то жили в другом. Это было отдельное место. И Бог ходил, и там произошли вот такие-такие события. Это же несложно верить. Почему не верить? Что давало повод им не верить в существование Бога? Кто-то пришел им и сказал, нет, послушайте, все это бред, это все происки каких-то там людей, которые хотят вас использовать. Не было такого, было всего 4 человека на тот момент, когда мы говорим. То есть, ну обратно, может их было и больше, но все равно это было в рамках одной семьи, именно на тот момент. Мы же не знаем, в какой именно период Каин с Авелем принесли эти жертвы. То есть, не было очень много людей, чтобы сомневаться. Вопрос в том, что каждый хотел поиметь с этого великого Бога. Авель выражал свою веру, он выражал благодарность за то, что Бог ему дал. То есть мы можем через это видеть, что Авель стремился иметь взаимоотношения. Подход Каина, он был прагматичен. Я приношу тебе, может быть, я куплю тебя, может, я налажу с тобой связь так, что я смогу тебя использовать для своей корости, я смогу как-то что-то получить с тебя, если ты такой великий и крутой, хорошо, если ты будешь на моей стороне. Ну, как минимум это поможет, но точно не помешает. Точно не помешает. Поэтому здесь и важно человеку иметь веру, приходя к Господу. Важно человеку приносить жертвы, понимая, что ты не можешь купить его. Вот, ну, это очень важно, друзья. Но ты можешь показать своим действием отношение к нему, показать, как ты относишься, как ты его любишь или не любишь. Соответственно, своими действиями. Итак, мы говорили с вами о том, что Бог определяет, как должно выглядеть даяние, как должна выглядеть структура взаимоотношений в материальном контексте с Богом и человеком в рамках одного государства. И мы не видим, что эти все законы, они относились к каким-то другим народам. Бог относит эти законы сугубо к одному народу, к израильскому народу. Итак, он назначает источники финансирования института священства. И источником финансирования является кто? Является еврейский народ, на который возлагается ответственность в виде жертв, десятин и налогов. А также дополнительное финансирование может осуществляться на добровольной основе через приношения и различные обеты. То есть есть то, что является обязательной частью, но также, если хочет человек показать нечто большее, какую-то благодарность, он может это сделать от своего сердца намного больше. И вы помните, как Давид, он готовил имущество на постройку храма. Помните, да? И есть описание о том, сколько он приготовил. Если вы почитаете, там просто безумное количество денег. Просто отвратительно много. На тот момент и даже на сегодняшний момент. Это просто огромные деньги. И он говорит, от своего сердца я хочу поучаствовать в этом деле. Потому что так же, как и во время строительства мешкана, строительство храма – это очень и очень уникальное дело. В этом можно фактически поучаствовать раз в своей жизни. И можно говорить о том своим детям, внукам, правнукам, о том, что ты видишь вот этот храм, видишь, он там блестит в верхнем, дальнем, правом углу. Это вот бабушкины сережки. Мы так захотели, и мы гордимся этим, потому что это прославляет нашего Бога. Это то, что было от сердца, то, что люди хотели. И вы помните, что когда собирали деньги на мешкан, на переносную скинию,
столько приносили, что священники говорили, хватит. Только подумайте, что они говорили. Хватит, говорили. Столько принесли, что уже хватит. Я думаю, что если бы в наших церквях или общинах, вот так вот община строила, представьте, свое здание, свою синагогу, свое место, ну, служения, и пастырь говорит, приносите, потому что нам нужно тут и кондиционеры, и мы хотим и детское служение. И как началось. Так что бедный пастырь уже не знает, что делать, какие счета открывать, куда это все складывать. Бухгалтер в шоке, все в шоке. Говорят, хватит, люди добрые. А люди говорят, нет, в нашем городе будет самая крутая община. Все евреи нашей страны будут знать, что мы именно любим Господа. Мы хотим участвовать в этом действии, это раз в жизни. Согласитесь, много ваших, при вашей жизни строились общин? Не так уж и много, правда? Может, вы где-то были в какой-то церкви. Но вы могли участвовать в этом уникальном действии. Это было сверх десятин, сверх пожертвований, сверх каких-то обязательных действий для того, чтобы община существовала как таковая. Это было нечто особое, особая благодарность и выражение от сердца Бога. Итак, Бог возлагает ответственность на народ за племя левитов, за колено левитов. Это были жертвы, десятины, налоги, а также дополнительное финансирование через добровольную основу, через приношения и различные обеты. Кроме того, Бог отдельно проговаривает бюджет, программы для слабо обеспеченных слоев населения, которым причисляются конкретные категории людей. Нигде такого не было. Бог перечисляет пришельцев, в смысле не тех, которые с других планет, а те, которые переселились жить в земле израильской. И Бог говорит о том, что к ним нужно относиться особенным образом, милостиво относиться, потому что вы помните, что вы сами были пришельцами, и не так все было просто. Вдовы, сироты, слепые, глухие, хромые, нищие. И источником финансирования этих категорий людей по-прежнему остается народ Израиль, на который, как и прежде, возлагается ответственность в виде края поля, забытых снопов. Помните, целая такая куча глав, посвященная этим вопросам. Упавших зерен. Помните, чем Руфь занималась? Собирала колоски. Это было тоже частью заботы Бога о малоимущих слоях населения. Не обобранного до конца винограда и упавших ягод. То есть, если ты собираешь виноград, не собирай так, чтобы было идеально чисто. Оставь, придет бедный человек, соберет, и пускай он заберет и кушает. То же самое касалось маслин. Когда обиваешь маслину, не возвращайся, чтобы проверять, пускай что-то там останется. Год шмиты и юбилейного года, а также цдака. Определенное пожертвование для малоимущих людей. Мы все это разберем с вами в деталях, как это было устроено. Для нас важно понимать эти принципы. Следует сказать, что человек, который был беден, он должен был не просто прийти, пеньком распахнуть какие-то ворота богатого человека и сказать, короче, ты в курсе, что я бедный? Ты понимаешь, что ты мне должен? Как бедному человеку содержать меня. Я вот здесь пришел, крутись. Абсолютно нет. Если ты был бедный, если ты был голоден, не вопрос. Берешь мешочек, идешь на поле и ручками собираешь колоски. Нагибаешься, проходишь. Никто тебе ничего не должен. Ты должен потрудиться для того, чтобы что-то получить. Ты должен был залезть на эту маслинку, посмотреть, где там они, собрать эти ягодки, которые, вот их может быть немного, может быть обойти целое поле. Если они получали ведро с одной веточки, то ты должен был ведро насобирать с гектара. Но ничего страшного, это благословение для тебя. Ты должен собирать колоски.
Это еще раз говорит нам об определенном действии. Мы тоже об этом больше разберем относительно бедных слоев населения. Об определенном состоянии. Бог не поощряет лень. Бог не поддерживает людей, которые живут просто тупо нахлебниками в каком-то обществе, при этом не желая брать даже минимальной ответственности и за свою жизнь, и за это общество. Да, Эрика? Что-то рождалось все равно. Что? Рождалось, да, Бог почитал. Во-первых, нужно понимать, что Израиль очень уникальная страна. Урожаев больше, чем в наших регионах. И урожаи, они разные. Разные зерновые, разные злаки, разные фрукты и так далее и тому подобное. Понятно, что, смотрите, это не сделает человека богатым ни в коем случае, но это, по крайней мере, не позволит человеку умереть. Еще раз. Традиционно считается, что в Израиле есть 7 культур, которые являются, как бы, так сказать, плодами земли. Я не помню точно место, где они описываются, о том, что земля, которая будет произрастать, и там есть маслина, пшеница, рожь или ячмень, ну, короче, перечислены. И если посмотреть, они не дозревают все в один момент, а потом все плохо. То есть человек, он мог заниматься определенной деятельностью. Обратно, если ты был расторопный, если ты не ленился, ты мог сделать какой-то запас. По крайней мере, на еду тебе бы хватило. Вы помните, как Руфь, она пришла и она вынесла торбочку, да, ну, из того, что она насобирала, и не менее она была впечатлена, что было больше, чем обычно хватало им на какой-то короткий период. То есть само по себе, ну представьте, сколько можно насобирать колосков за день? Не так уж и много, но при этом, если ты будешь послушен, если ты будешь трудолюбив, что-то ты можешь насобирать, каких-то 2-3 килограмма муки, может быть, у тебя получится на выходе с этого. Но ты этим не проживешь, но что-то поменяешь на какие-то маслины, что-то как-то, можно как-то крутиться, можно где-то пойти подрабатывать, где-то, знаете, коров пасти, но при этом что-то все равно иметь. В деталях все же сложно это описать. Для нас важен принцип. Принцип, он заключается в следующем. Для народа было постановление. Не возвращайся. Вот упал у тебя сноп, пускай его кто-то подберет, не вернись за ним. Если ты собирал, оставь это. Пускай человек нуждающийся получит часть от этого. Итак, мы будем разбирать конкретно малоимущие слои населения. Как же Бог в этот период относился к дарам? Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих. «Три раза в году весь мужской пол должен явиться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он». В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Услышьте это. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе. То есть не приходи перед лицо Божье просто так, но в зависимости от того благословения, количества, обилия благословения, возьми что-то. То есть даяние, оно зависело от того, насколько много человек все же имел. Три раза в год мужское население должно было приходить перед лицо Божье в определенное место в Израиле. То есть мы видим, что Бог желает видеть человека, который приходит к нему, и Бог не желает видеть человека с пустыми руками. Если ты приходишь, приходи так, чтобы в руках у тебя что-то было. То есть
Причем размер этого дара определяет сам человек, глядя на то благословение, которое он получил от Бога. Скажите, не похоже это на благодарность? Ну реально, если ты пришел с пустыми руками, такое ощущение, что Бог тебе ничего не дал. Или ты не посчитал нужным сказать спасибо за то, что Он тебе дал. То есть ты не принес, потому что у тебя что, нету ничего? Ты не благодарен? Ты можешь сказать, ну как, вот если бы у меня было больше. Не важно, сколько у тебя, много или мало. Важно в том, что ты либо приносишь что-то от того, сколько у тебя есть, либо ты имеешь сердце закрытое, и ты не приносишь. И Бог говорит, вы приходите, и я хочу, чтобы у вас было. Я вас благословлю для того, чтобы у вас это было. Я позабочусь о том, чтобы это не было для вас сложностью, чтобы это не было для вас каким-то бременем, после которого вы бы просто не знали, что с этим делать. Итак, как мы говорили, если человек приходит перед лица Божьего с пустыми руками, то первое, либо Бог его не благословил, то есть все, чем обладает человек, приобретено его усилиями, Бог не дал благословениями, то есть иными словами, как бы Бог считает, что он не имеет никакого отношения к тому, что человек имеет. Вообще тогда непонятно, зачем он идет в этот Израиль, в этот Иерусалим, совсем, если ты не имеешь никакого отношения к Богу, так зачем ты вообще туда идешь? У кого-то, что ли? Наверное, возможно, заслужить. Либо человек получил благословение, но не оценил его и не желает быть благодарным Богу за то, что он уже его благословил. Вот такое отношение было Бога к дарам в период Синайского завета. Итак, мы с вами говорили, что источники финансирования института священства, священников и левитов был народ. И мы сейчас с вами посмотрим, как же это было. Для начала давайте мы откроем числа 18 главу с 1 стиха. Фактически вся глава для нас будет интересна. Числа 18 с 1 стиха. Ну что, попробуем прочитать? Вы следите, чтобы мы увидели основные понятия. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, принесите на себе хлеб за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также из братьев твоих колена Левина племя отца твоего возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе». А ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания. Все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне». От всего посвящаемого сынами Израилевыми я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого. Всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим». На святейшем месте ешьте это, все мужского пола могут есть, это святынью да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их, все возношения сынов Израилевых, я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. И все первые произведения земли их,
которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все разверзающее ложесно у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня, кровью их окропляй жертвенник, и тух их сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли вечной пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь числа, и удела не будет между тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что Израиля за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела». Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. Именно будет вам это возношение, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как святое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им... Когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как поручаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания, и не понесете за это греха. Когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами Израилевыми, не оскверните и не умрете. Фух, вот такая длинная глава. Итак. Посредством закона Бог начинает воспитывать Израиль. Он начал вкладывать в них понятие жертвы и готовить их к пониманию заместительной жертвы, которая явится для них в будущем. Как мы читаем в Галатах 3 главе 24 стихе, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». То есть закон являлся определенным проводником, чтобы привести людей к пониманию того, кем является Бог. Также Бог показывает Израилю, что они имеют ответственность перед Ним за их братьев, которые несут служение в храме. Так как Он отдал Аарону и колену Левия то, что принадлежало ему. Вы должны это понимать. Люди приносили десятины, приносили жертвы не для левитов. Они приносили это Господу. Но Господь говорит, я хотел бы, чтобы десятая часть, чтобы то, что вот мне принесли, оно было отдаваемо этим людям. Я хочу, чтобы оно было у них. Что же им полагалось, потомкам Аарона, священникам. Нужно было приносить от всего посвящаемого, они имели часть, от всего того, что было посвящаемо, то, что мы читали в этой главе, всякое приношение хлебное, всякая жертва за грех, всякая жертва повинности, все возношения, все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, все первые произведения земли, то есть первое, что выросло, самое свежее, молодое, все им, заклятое в земле Израилевой, да будет твоим,
То есть что-то посвященное, объект, который передается Богу в дар. Человек, например, может сказать: «Я отдаю Господу свой дом. С этого момента пускай здесь будет собрание, пускай сюда приходят левиты или пускай здесь живут левиты, я посвящаю». И, допустим, они могли бы продать его, могли бы как-то использовать. Или человек говорил: «Я отдаю поле». И можно было бы тоже до времени юбилейного года пользоваться этим полем, и урожай, который бы там появлялся, он был бы направляем в сторону священников. Все разверзающее ложосно у всякой, то есть все, что родилось у всякой плоти, которую приносят Господу и из людей, и из скота. То есть за человека платился определенный выкуп. Мог не платиться. Вы помните Анну, которая посвятила своего сына Самуила? Помните? То есть она привела его, когда он вырос, она привела и отдала его на служение. Выкуп не был заплачен за него, он остался служить Господу. А также десятину от десятин левитов. То есть левиты получали десятину, и с этой десятины они отдавали десятую часть первосвященнику и его семейству. То есть вы поняли, как это выглядело? Левиты, колено Левия, их было много. Они жили в разных местах по Израилю, но периодически по жребию они приходили в храм и служили. Они могли делать очень разную работу, ремонтировать храм, заботиться, принимать жертвы, но они не помогать людям приносить жертвы, но они не приступали к самому жертвеннику. И во всем этом колене находилась одна семья, люди, которые непосредственно из их числа входили в святое святых, они предстояли перед Господом, то есть это те, кто становились первосвященниками. И они получали десятину от десятины для того, чтобы нести это служение. Еще раз хочу сделать акцент на том, что всю эту хитрую систему не люди придумывали. Бог запланировал это таким образом, и он подробно объясняет, как это должно функционировать. Это не была какая-то милостыня, которая, знаете, есть такое состояние, когда служители, они еле сводят концы с концами, и они заглядывают в глаза людям и говорят: «Люди, помогите нам, вот наши дети голодные, холодные, мы живем в непонятных условиях, позаботьтесь о нас, ведь я же ваш проповедник, я же ваш пастырь, я об вас забочусь», и так далее, и так далее. Это не было милостыня, это было определенное даяние, поставленное Господом, и это был закон для всего народа Израилева. Колено Левия имело в своем владении 48 городов. И если вы почитаете числа 35 главу с 1 по 8 стих, там говорится об этом. То есть они жили на определенной земле, но земли этой не было достаточно для того, чтобы семья могла жить надлежащим образом. Всегда необходима была поддержка всего народа. Иными словами, с одной стороны, Бог предусмотрел заботу о священниках, с другой стороны, Он рассредоточил их по всем коленам Израилевым. То есть рядом с тобой, в твоем колене, всегда жил кто-то из левитов. Периодически они уходили на 2 недели, и после того, как они делали свою работу, они возвращались. Но нужно понимать, что если бы левиты делали плохо свою работу, то очень быстро бы это сказалось на жизни всего Израиля. Потому что если левиты перестанут делать свою работу, очень скоро духовный уровень Израиля он станет невероятно низким, потому что люди перестанут благоговеть пред Господом, перестанут слышать Его Слово, перестанут почитать Его и станут просто отступниками и язычниками, что, мы понимаем, всегда приходило в рамках Синайского завета к определенным проблемам, проклятиям, которые совершенно не были
радостными и печальными. Ну, то есть и были печальными. Итак, здесь мы видим десятины. Мудрость Писания заключалась в том, что, как мы говорили с вами, благополучие служителей Божьих целиком зависело от качества исполняемого ими служения. То есть, иными словами, если бы левиты тоже не исполняли свою функцию, не было бы никакого обеспечения. Фактически, они были нужны друг другу. И люди для левитов, чтобы их поддерживать физическую жизнь, и левиты для людей, чтобы поддерживать их духовный уровень. Духовная высота народа, она гарантировала высокий уровень благосостояния колена Левия. Фактически, десятина имела функции государственного налога. Она была обязательной и не основывалась на личных отношениях плательщика с Богом. Другими словами, она была полной противоположностью десятинам патриархов. Уловили этот момент? Еще раз. Десятина имела функции государственного налога, поскольку была обязательной. Не было такого о том, что, знаешь, если ты вдруг утром проснулся и понял, что десятину не стоит давать, пускай левиты крутятся в этот год без меня, то можешь не давать. Не было такого. Было постановление: приноси, приходи, и не просто приноси то, что у тебя завалялось, но приноси лучшее, первое, особенное. И здесь не важно, насколько глубоки твои отношения с Господом, ты должен был это делать. Потому что если ты не будешь этого делать, то под угрозой находилось все общество. Уловили смысл, да? Нет? Да. Каким образом? Если ты не поддерживаешь левитов, левиты перестают иметь возможность служить должным образом. Они вынуждены идти работать, наниматься, продаваться в рабство и делать что-то, что, ну, противоречит их призванию. Услышьте, здесь есть очень хитрое слово — призвание. Что такое призвание, вообще понятие? Кто-то кого-то куда-то позвал. Понимаете, да? Вот я говорю, пошли со мной, я вас зову, и мы с вами пойдем, например, в кино. Я вас позвал куда-то, у вас есть призвание. А вот того человека я не позвал, у него нет призвания. Я вас позвал, и я позаботился о том, чтобы у вас был билет. А у того человека нет билета, и он не может пойти с нами, хотя ему очень хочется. Он бы хотел, но он не может. Может быть, колено, например, Иуды и говорило бы: а мы бы хотели тоже, вот почему это так? Мы тоже хотим, например, как священник именно с кадилом ходить и там все делать в таких одеждах. А кто бы не хотел, согласитесь, ходить в белой одежде, и фактически, да, ты не в поле, ты образованный человек, ты даже книги читаешь. Что было дорого и вообще тяжело на тот момент вообще иметь какую-то книгу. Ну, согласитесь, это очень дорого было. Вот, а они читают, еще учат. Разговаривать, значит, легко. Шли бы работать. Понимаете, да? Но есть призвание. И это призвание определяет функцию человека. Ты должен находиться в определенном месте в определенное время. И не просто находиться там, но ты должен соответствовать определенному качественному такому определению. Ты должен быть ритуально чистый, ты не можешь жениться на ком попало. То есть вместе с призванием существует такое же понятие, как ответственность. Ты должен соответствовать тому уровню призвания, в который ты призван. Если ты из рода первосвященника, вообще отдельная история. То есть мама умерла, ты на похороны не ходишь, сидишь дома. Почему? Потому что ты призван. Другие похоронят, нам очень жаль ее, но ты не можешь прикоснуться. Почему? Потому что если ты прикоснешься, ты будешь нечист. А твоя чистота важна для нас всех. Мы все заинтересованы в том, чтобы ты делал свою работу хорошо.
понимая эти вещи, многие моменты, они по-другому смотрятся, согласитесь, правда? Особенно, когда мы говорим о, мы дойдем об этом более подробно, о Новом Завете. Многие, смотря, например, на служителей Нового Завета, они говорят, я тоже так хочу, пусть меня кружат. Не против я, у вас есть призвание? Ну как же, что такое быть призванием? Я вам скажу, быть пастырем, это значит иметь призвание. Это значит иметь дар. Быть пастырем, это не значит закончить библейскую пастырскую школу, взять сертификат и сказать, я пастырь. Это не значит иметь дар. Закончить школу могут разные люди. Даже неверующие люди могут закончить школу. Можно быть очень грамотным, умным, образованным, но это не значит, что у тебя есть призвание. Это не значит, что ты можешь священнодействовать, и Богу угодно твое священнодействие. И левиты, а также первосвященник, а также священство, они имели призвание. И Бог говорит, послушайте, вы это принесли мне? Я вам очень благодарен, только отдайте вот это им, я так хочу. Они мои, а я их удел. Я то место, откуда они черпают поддержку. Я забочусь о них. Они будут делать хорошо свою работу, и поверьте, вам не будет плохо, вы будете довольны из-за того, как они служат и какие у нас есть взаимоотношения в рамках государства. В рамках народа, в рамках семьи. Новый уровень, мы говорили с вами, новый период, новый уровень взаимоотношений. Итак, десятина была обязательной. А мы дойдем до этого, чтобы узнать, есть ли сейчас десятина. Правда? Не будем спешить. До Израиля. Итак, с целью формирования богобоязненного общества Бог всегда желал иметь личные отношения с каждым членом этого общества. Каждый мужчина должен был встать и прийти 3 раза в год, взять и принести, показать свою благодарность за то, что Бог уже сделал. Вы же понимаете, что он приносил из того, что уже было в его жизни, а не из-за того, что будущий урожай какой-то, и он на всякий случай наперед принесет, чтобы было хорошо. Он благодарил за то, что уже было, показывая свое отношение к Богу. Интересное есть место. Амоса, 4 глава, 4-6 стих. Амоса, 4 глава, 4-6 стих. Бог говорит, идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждых 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте в добродетельных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голодные зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Смотрите, какой интересный отрывок. Бог говорит о том, что вы можете принести десятины свои хоть через каждые 3 дня. Но это совершенно бессмысленно, если ваши пути находятся во грехе. Есть беспорядок в самых разных областях жизни. Он говорит, ну и что? Вы идете в Вифиль, и вы грешите, вы в Галгал, и умножаете преступления. И что толку, что вы приносите ваши десятины? То есть для Бога не важны просто десятины ради десятины. Бог нуждается по-прежнему во взаимоотношениях. Он ищет этого. То есть если десятина и сохранялась, то, не имея прежнего наполнения искренним стремлением к послушанию со стороны дающего, она работала в холостую. Если вы приносите десятины, но внутри себя вы даже не задумываетесь о том, чтобы наладить свои отношения с Богом, быть послушным перед Ним, это все бессмысленно, не работает.
Но вы знаете, что очень интересно, и, возможно, для кого-то это будет большой неожиданностью, что в Торе не предусмотрено никакого наказания за то, что человек не дает десятину. Как говорят, ай-яй-яй, вот тут проклятия придут в твою жизнь, такое, сякое, проклятием прокляты вы, пятое, десятое. Мы не видим нигде на самом деле такого. Но все же был результат неприношения десятины. Мы с вами сегодня уже об этом говорили. Человек перестает приносить десятины. Священники и левиты перестают священодействовать, потому что не могут. Перестают священодействовать, духовный уровень взаимоотношений народа падает. Это естественно. Мы помним, что народ сам по себе, он не был с обновленным сердцем. Была система жертвоприношений, через которую человек мог примириться с Богом. И ты не мог это сделать, где попало и как попало. Ты не мог решить вопрос греха без того, чтобы там, в храме, не был принесен этот козел отпущения, не были принесены нужные жертвы за грех. Ты не мог сам дома это сделать. Вы помните большую проблему, которая переживала Северное царство после того, как оно отделилось от Южного царства, после сына Соломона, при Раваме? Была проблема. У Южного царства был храм, место, где можно было решать вопросы со грехом, а у Северного не было. И они быстренько начали придумывать какое-то место поклонения, придумывать альтернативное место решения с грехами. И мы видим, что все это не имело никакого успеха. Это не работает и никогда не будет работать. Иными словами, когда человек переставал приносить десятину, проклятие приходило, но оно приходило на весь народ. Весь народ начинал страдать. И это обязательно становилось чувствительным и болезненным для всего общества. Существовала коллективная ответственность за свои действия или недействия. Итак, Бог все же не желает, чтобы десятины приносились из страха или под принуждением. В чем смысл приношение, если тебя заставили? Нет смысла. Бог побуждает человека приносить от чистоты.